Упала и взорвалась сразу после старта. Так неудачно в Японии завершилась попытка запустить первую в стране частную ракету. Попытка, кстати, уже вторая. Планировали, что аппарат взлетит на высоту примерно 100 километров и пробудет в термосфере несколько минут. Однако ракета поднялась в воздух всего на несколько десятков метров. Из двигателя повалил черный дым. После падения произошел взрыв, и на стартовой площадке вспыхнул пожар. Компания-разработчик уже начала выяснять причины неисправности. Прошлым летом запуск такой же ракеты тоже завершился неудачей. Тогда она упала в Тихий океан. Создатели проекта работают над производством компактных ракет для запуска на орбиту сверхмалых спутников.